теперь кронштейн нужно будет переделать. Вот эту часть я убираю, срезаю и трубу привариваю прямо к этому пятачку. Так, а вот уже переделанный кронштейн. Вынос минимальный, трубу обрезал, приварил. Работаем дальше. Вот на крыше. Вот пришлось лазить. По чердаку перемещаться можно только гусиным шагом. Высота тут около метра. Оп, оп. Очень удобно. Вот она крыша. Вот на вот этом дымаре было все установлено. Секунду. Вот клиенты самостоятельно закрепили анкерами. Ясное дело, такие анкера выскочили от ветра. Ну, вы же видели, какой там рычаг у кронштейна был. Так, секундочку, любуемся закатом. Вот такой красивый закат на Макулане. А вот куда мы будем закреплять. Вот идет такой бетонный элемент крыши, кровли. Вот к нему и будем крепить кронштейн. За что я люблю свою работу, так это за производственную йогу. Прорабатываются практически все чакры. Весьма рекомендую. Вот, отверстие я уже пробурил. Осталось только закрепить кронштейн, установить антенну и настроить. Кронштейн установлен, но я не учел одного момента, вот этого выступающего козыречка. Поэтому пришлось ставить кронштейн на вот такие вот проставки. Все, кронштейн установлен. Надеваем антенну. Ну, работы окончены. Тарелка установлена, настроена. Нас, конечно, сумерки застали врасплох. Но ничего. Вот у нас есть такой бомбезный прожектор. Плюс еще фонарик есть. Так что работы можем сделать вплоть до утра. Всем спасибо, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь.